Коллеги, Retail Tech снова на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Римский Евгений, компания Вкусвилл. Наша технологическая выставка дает какие-то новые IT-решения для всех компаний. Скажите, что вы ждете от выставки? Может быть, какие-то интересные решения хотели бы посмотреть у людей, которых представляют? Ну, как бы не идем на выставку с какими-то ожиданиями заранее, поэтому всегда можно что-то интересное посмотреть на месте. Но вообще это просто хорошая площадка для того, чтобы встретиться с какими-то знакомыми, с нашей индустрией, послушать какие-то новые идеи. Может быть, что-то попадется на глаза, то, что можно будет использовать и у себя. Да, так как у нас комьюнити такое, оно любит собираться, и наконец-то вот пандемическое время немного все-таки нас отпустило, и мы можем встречаться. Расскажите, как, в принципе, весь рынок просыпается, насколько общение дает плодотворные результаты? Ну, огромное количество людей здесь, если честно. Мне кажется, для всех сюрприз вообще увидеть столько людей в одном месте. Мне кажется, что люди просто настолько соскучились по общению не в Zoom, да, а face-to-face, что просто здесь какой-то аншлаг. И даже немножко пугающие, потому что уже за год пандемически как-то отвыкаешь от того, чтобы видеть столько людей в одном месте. Но это приятный как бы испуг, поэтому здорово, что мы потихонечку возвращаемся к нормальной жизни, когда можно собираться на форумы очно. Да, может быть, немного расскажете про IT-сектор в вашей компании. Может быть, какие-то интересные решения были приняты в пандемическое время? Может быть, какие-то вот-вот-вот выйдут в розничные вот, точки вот, на днях? Ну, IT как бы не совсем там мой прямой бэкграунд. Я в компании все-таки отвечаю за продукт, но не за IT-продукт, а за продукты, которые мы выкладываем на полки. Ну, как бы для нас этот год пандемический был годом под, как это, под звездой онлайна, да, то есть компания практически вот год не останавливаясь занимается развитием нашего онлайн-магазина, доставки покупателям, поэтому все основные решения, которые мы сейчас внедряем, выкатываем и дополняем, они так или иначе связаны с онлайном. Мы, конечно, не забываем про наши магазины, но там в последнее время я смотрю, что в принципе все делают примерно то же самое. Больше касс самообслуживания, более современные, новые, удобные способы оплаты для покупателей, безопасный магазин. То есть все эти тренды так или иначе представлены у всех лидеров рынка. И мне кажется, что все двигаются примерно в одном тренде, просто кто-то чуть быстрее, кто-то чуть медленнее. Очень надеюсь, что наша выставка подарит вам каких-то интересных новых партнеров, какие-то новые нетривиальные решения, которых еще ритейл-рынок не видел. И надеюсь, в магазинах Вкусвилл в ближайшем времени мы увидим что-то космическое, что-то в духе 21 века. Спасибо вам большое. Спасибо, и вам тоже успехов и хорошей выставки и форума.